Бастилия, пятница. Ограничения отменили практически, и народ вышел. Можно пойти в клубы, можно пойти в рестораны, но нам же нужна бумажка. Типа ты уже привитый. А теперь смотрим Бастилию, час пик, скажем так. И то, это многие еще уехали на отдых. И что здесь происходит? Некоторые клубы до сих пор еще не открылись, там идет ремонт, или они откроются где-то к сентябрю. Некоторые клубы уже функционируют. Молодняк тусит, но в основном молодые. Возле клубов, баров, везде стоит секьюрити. Но это маленькие клубы открыты. Баладжи, большой клуб, еще не открыли. Была реклама в интернете, что еще не откроется. Новые клубы, вернее старые клубы, которые сделали ремонт, открылись с новой декорацией. Людей очень много, везде и всюду пройти надо сложно. Хаус-Ау, ночной клуб, внутри ведут ремонтные работы, еще не открылся клуб. Улица вся в огнях, народ топчется возле ресторанов. Ну, в основном, конечно, молодые. Тут есть клуб, который обновили. Тут я смотрю очередь, потому что он довольно презентабельный внутри. Не знаю, сколько вход, и не знаю, по пригласительным или как можно сюда проникнуть. О, у них какие-то списки. Тут просто так туда не войдешь. Секьюрити, осталось 3 секьюрити на входе. В общем, этот клуб – это новая фишка Бастилии, как я поняла. Старые клубы еще не открылись, а новые есть, но попасть туда сложно. Какая музыка внутри, понять сложно, но народ уже есть. Клуб смотрится заманчиво. Что-то у них проверяют просто вещи. Я не знаю, ли заходят туда все, или у них пригласительные, или они оплатили. Потому что там я видела, проверяли. Так, минимальный коктейль 15 евро. Ну, входите, они, мне кажется, входят бесплатно, а дальше надо просто оплачивать. Я не знаю, дают посадочное место или как. Ну так, я двигаюсь дальше. Тут вот барчик. В этом барчике всегда компа играет. Всегда латиноамериканская музыка. Чаще всего компа, звук. Тут даже слышно так. Музыки, это чисто африканский так. Ки, компа, звук. Здесь тоже иногда арендуют, тоже танцуют периодически. Самый прикольный ресторанчик это здесь. Все в тропиках, в каких-то зарослях. Ну это все как бы искусственное, но оно так смешно внутри. Но я думаю, что не впустят, чтобы снять видео. Хотелось бы пару минут снять, но, наверное, не получится войти. Называется этот прикольный бан Амазонас. В общем, заходишь внутрь, прямо как в Амазонках. Но все это искусственные тропики такие созданы. Но это интересно, симпатично. Сидишь внутри зарослей. Но улица подходит к концу. Это Рюль-Лапе. Но дальше все равно народ гуляет, и надо повернуть влево, либо вправо, там рестораны. Потому что не праздник, а сейчас как бы отпускные у всех. Часть публики разъехалась, кто куда, ну, ноги к морю рванули. Публика вернется где-то к концу августа и привезет нам все, что они там вот сейчас говорят, что там якобы у них всплеск этой вируса, они все привезут сюда. Поэтому здесь как бы есть люди, но все равно нету такого буйного торжества, как обычно в будние дни, когда люди работают в сентябре, в октябре, здесь будет шумно. А сейчас конец июля, уже вот-вот август начнется, все ломанулись на отдых. Но в городе все равно же люди работают, им же надо потом вечером где-то отдыхать и расслабляться. Здесь прикольно, как какой-то когда праздник, вечеринка, Хэллоуин. Всегда народа еще больше. Все охранники черные, потому что вышибала другой быть не может. Ну, новый клуб Jump. Это самое тусовочное место. Чем ближе подходишь обратно к Бастилии, людей уже переполнена улица.
Народ покурил, зашел внутрь, здесь сделали ремонт неплохой. А молодняка здесь вечером, в пятницу, в субботу. Ну вот я стою прямо на углу этого самого тусовочного места. Рю де ла ракет и рю де лапе. Дорога перекрыта, потому что это как пешеходная зона ночью. 12 ночи, как 7 вечера, единственное, что темно и электрический свет. А людей здесь со всех сторон. И народ только прибывает, это только начало 11:30. Потому что народ идет и идет и идет. Азиаты на Мерседесе еле влезли в машину. Тут вот еще один клуб есть. Никогда здесь не было, даже не знаю. Так как снаружи стоит охрана, значит клуб работает. Но что за клуб? Клуб 15. Ну а дальше там выход уже к Бастилии, я уже туда идти не буду. В общем, клуб 15 какой-то весь темный. О чем они тут говорят, чем они тут занимаются, не знаю. Все очень тихо, только секьюрити я вижу. Или это люди вышли покурить. Ну, в общем, не знаю. А дальше идем к Бастилии. И на веселой ноте я закончу. Так что, кто хочет погулять, Бастилия, улица Лапе. Каждую пятницу, субботу.